Доброго времени суток всем подписчикам и зрителям моего канала. Буйство моего хомяка по поводу вязания продолжается. Он никак не может угомониться и закупил много пряжи. Ну, на мой взгляд, много. Конечно, не так много, как у некоторых девчонок, но как-то он очень и очень захотел. Но надеюсь, что потом летом... Как летом? Месяца два не буду покупать, так как у меня будет отпуск. Заработной платы не будет. Ну, это я так думаю, как на самом деле получится, не знаю. Итак, что же я купила сейчас? Покупка данной пряжи была совершена в группе в Одноклассниках. Ссылочку оставлю я вам. Очень обходительная девушка. Доступные цены. Довольно-таки быстрое обслуживание. Ну, немножечко пришлось подождать закупочку. Но я думаю, что это не страшно, потому что в совместных закупках всегда так. Итак, начну я с того моточка, который у меня всего один. Взяла я на пробу. Это лен. Ну, как лен? Значит, это фирма, давайте рассмотрим, ПМК имени Кирова. Ниточка называется «Кудельница». И это 60% хлопок, 40% лен. Меня интересовал именно цвет данного моточка. Здесь 100 грамм и в 100 граммах 500 метров. Вот. Значит, что еще? Эту пряжу нам производитель разрешает стирать вручную и гладить на троечке. Вот, ниточка очень приятная на ощупь и мягкая. В общем, из этой ниточки, еще у меня есть льняная, которую я показывала как-то вперед, я планирую связать себе сумочку. Вот такая вот пряжа у меня теперь есть. Дальше я хотела попробовать пряжу семеновскую, называется на суфле. Я так понимала, что ниточка должна быть объемной. Ну, так это в принципе и вышло. Здесь на 100 грамм 292 метра. Это 100% акрил. Спицы и крючок нам рекомендуют тройку и четверку. И чего это у нас цвет? А цвета неизвестно какой это. Ну, в общем, цвет довольно-таки приятный. Такой вот цвет отопленного молока, наверное, я бы сказала. Немножечко поскрипывает в руках. Ну, не знаю. В общем, в принципе, я к акрилу отношусь нормально. Меня устраивает. Взяла я таких моточков 5. Не знаю, либо себе свяжу кофточку, либо дочери. Ну, тогда придется докупить какого-нибудь и еще скомбинировать, чтобы не оставалось пряжа. Так, следующая пряжа пришла в упаковке. Я вот один моточек достала. Это Пехорка производитель. Пряжа называется бисерная. Цвет меня здесь подкупил. Цвет называется светло-сиреневый. Очень красивый. Мне прям очень-очень понравилось. Здесь 100 грамм. И в 100 граммах... Ага, вот нашла. 450 метров. Вот, производитель нам разрешает стирать на 30 градусах, гладить на единички, химчистку использовать. Вот, и пряжа предназначена почему-то только для вязания на спицах. Ну вот здесь скрипит меньше акрил, чем вот в суфле. И вот если мы сравним ниточки, ну, в принципе, метраж разный, да? Ну, по скрипучести-то можем определить, что вот это вот похуже акрил, чем у Пехорки бисерной. Очень понравилась мне эта ниточка на ощупь. Тоже либо себе, либо дочери. Но, скорее всего, себе, потому что у нее чего-то бзык не хочет она пока. Так.
Еще я в этом магазинчике заказывала хлопок. Хлопок заказывала нескольких видов, но некоторых потом не оказалось в наличии на складе. Поэтому мне досталось только два вида. Это ПМК имени Кирова, как вы видите. Ниточка, значит, лилия называется. Я думаю, все знакомы с этой ниткой. Это 100% хлопок. Но я, как говорила вам, большой перерыв у меня был в вязании. Я многие нитки, да, буквально все, не знаю, как они выглядят и что с ними делать. Но вот это вот цвет мне очень и очень понравился. Почему-то мне сейчас стали нравиться вот такие вот оттенки коричневого, бежевого, кофе с молоком, какао, что-то подобное. Здесь моточки по 75 грамм я взяла упаковкой. Упаковкой, во-первых, дешевле, во-вторых, ну, возможно, мне надо много, не знаю. Вот. Но я их не распаковывала, эту нитку, поэтому через упаковку, я думаю, вам видно, не сильно бликует. Цвет очень красивый, мне очень нравится. И вторая, это тоже лилия, тоже, видите, лилия, да, цвет красный такой вот, ну, мне нравится. Мне почему-то нравится пряжа без хлопковая, без блеска практически, чтобы была, но раз без блеска, что это получается хлопок без добавления вискозы, так как я боюсь, что изделие будет вытягиваться. Вот, так что вот такая вот у меня нынче закупка пряжи произошла. Вся информация о продавце будет внизу под видео. Обращайтесь туда. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока.